Джаван-ятра — это особая лила. Игры Рады и Кришны вечные, они протекают сейчас, здесь. Вишванат Чакраварти Такур говорит, что поклоняться имеет смысл только чему-то вечному. Иначе говоря, когда человек слушает о Кришне, то сам Кришна, его спутники помогают нам устранить самые грубые препятствия, внешние препятствия в нашей жизни. Он также устраняет внутренние препятствия. И смысл этой лилы вот какой. По традиции девушку выдают замуж в другую деревню, она переходит в другой дом. Она начинает очень сильно тосковать. Подруг ее рядом нету. Она скучает по своим родителям. И нужно делать домашнюю работу постоянно. И она все время вспоминает о своем беззаботном детстве, когда она радовалась у себя дома. И она ждет, считает дни, когда начнется сезон дождей. Потому что в сезон дождей обычно отец приезжал за своей дочерью и увозил ее домой на 3 месяца. Но в случае со Шримати Радхарани все ее подруги уже вернулись по своим деревням. Она смотрит на своих подруг и видит, что за ними приезжают родные, а за ней никто не едет. Она считает дни. Она смотрит на своего мужа и думает, когда? Когда? И день идет, другой идет, третий идет, четвертый идет. В конце концов наступает Ананта Пурнима. И в Ананта Пурниму она молится Господу Ананте. И вдруг она слышит скрип колес. Она выглядывает из окна своего дома и видит, что под окнами ее дома стоит ее брат Шридам. Она выбегает к нему навстречу, она бросается к нему, радостно обнимает его, одновременно начинает его ругать. «Где ты был? Почему тебя так долго не было? Я считала дни». Шридам сажает Шримати Радхарани на телегу, на повозку, и она опять же с учащенно бьющимся сердцем едет на этой повозке, и дождь льется с небес. И сердце ее уже там, на Варшане, потому что она знает, там за ней никто следить не будет. Там она будет свободна, как она была когда-то, она будет убегать вместе со своими подругами и встречаться не скажем с кем. А сердце ее плавится, а когда она приезжает в Варшану с этим растаявшим сердцем, бросается на грудь к своим родителям и обнимает их. Говорит, «Па-ма, где же вы были?» Начинает обнимать их, и при этом у нее текут слезы. Она плачет, она не может остановиться. Слезы потоками текут у нее из глаз, плачет на груди у своих родителей, вернувшись к ним, потому что она знает, что завтра, даже не завтра, сегодня, уже сегодня, ее посадят на качели. И подруги, которые раньше нее вернулись к себе домой, уже приготовили качели. Это золотые качели в форме лотоса. И она подходит очень смущенная, и подруги ее подталкивают туда и говорят, это качели для тебя. Она очень боится и смущается, и смотрит по сторонам. И в этот момент сзади подбегает Хари и подсаживает ее на эти качели. И все начинают хлопать в ладоши. Все остальные ее подруги, Сакхи, заводят туда Кришну и начинают их раскачивать. Сначала они качают их медленно. И поют песню на особую рагу, Малхари рага. Эта рага вызывает дождь, но не сильный дождь, а чуть-чуть, слегка. Маленькие брызги начинают капать с небес.
и они качаются, и ветер обдувает их, и дождик идет, и гопи качают их сильнее, сильнее, сильнее. И вдруг качели вздымаются до небес, и Радыка в ужасе обнимает Шьяма, а ему только этого и нужно. И волосы их распустились черные, они раскачиваются от ветра. Их качают все сильнее и сильнее, и рага набирает обороты, начинает звучать все громче и громче, и дождь идет. И в конце концов Саки понимают, что Радыка хочет, чтобы они тоже покачались с Кришной. В сердце своем они знают, она больше всего хочет, она очень довольна ими, она хочет, чтобы они залезли туда. И одна за другой они залезают на эти качели. И другие саки начинают качать их. И в конце концов Радыка зовет Лолиту. И говорит: садись рядом с Хари. И Лолита садится рядом с Кришной. И она начинает раскачивать эти качели. Пока в конце концов все гопи не сходят с этих качелей и не говорят Радыке: а теперь твоя очередь. Она остается наедине с ним. И под эту рагу они укачивают их и не смотрят, что происходит на качелях. Вот. И этот день, когда начинается Чулан-Ятра, день Баларам-Пурнимы, когда нам нужно молиться Ананта-Деве или Балараму, чтобы он помог нам увидеть эту удивительную лилу.